Слушай, ну считаю, что хорошая игра на самом деле. Такая, знаете, как плей-офф, никто не хотел проигрывать. Опять так выпало то, что мы играли с ними перед паузой. Никто поэтому силы не экономил. Ни мы, ни они. Хорошая игра получилась. Ну, к сожалению, в овертайме они свое задуманное выполнили. У них получилось. Ну, я в плане там на скамейку там и вышел. Ну, вот. Дважды пропустили в основное время после вот быстрых контратак. Это случайность была как-то? Просто в позиционных атаках у Бориса не особо было много шансов. Ну да, вот так получилось. То, что, знаете, такие где-то отскоки какие-то вот где-то вот не усмотрели, поэтому такие вот контратаки получались. Ну, вот можно, конечно, было, наверное, чуть-чуть повнимательнее сыграть в плане организации. А после того, как у Бориса в стартовом периоде два игрока первого звена выбыло, решали как-то, что нужно взвинтить темп, ускоряться? Я, честно говоря, только после игры мне вот Серега Терещенко сказал, что они больше не играли. Я даже не только сейчас понял. Я не знаю, там. Я думал, они будут играть. Но они не играли, видите, оказывается. Поэтому я только после игры это узнал. Ваша заброшенная шайба, как ее прокомментируете? То я просто бежал на ворота, я хотел свести защитников, чтобы открыть линии паса. Ну, Дима Кугрушев бросил, удачно скачило, удачно попал. Все. Впереди перерыв, потом выездная серия на Дальний Восток. Вот как нужно сейчас к этой серии подготовиться? Сейчас отдохнуть, разгрузить голову, хорошо пройти вот этот короткий тренировочный процесс. И ехать на выезд, выигрывать, готовиться к плей-офф. Подходить в оптимальной форме. Даже не то, что оптимально, а уже на максимальной.